Практически у каждого вейпера дома можно найти старенький дедушкин мех. Но мало кто подозревает о полезности меха в совершенно неожиданных ситуациях. Мы знаем, что ты здесь и что ты один дома. Родители оставили вас на выходные без еды и денег на жижу? Не беда. Если ваш механический мод имеет ровные грани, вы можете использовать его в качестве скалки. Вы можете с легкостью приготовить пирожки или рогалики. Не забудьте открутить атомайзер и кнопку, во избежание попадания мелких деталей в дыхательные пути. Жижу не заменит, но зато вы не умрете от голода. Если у вас внезапно выключили свет и в темноте ничего не видно, используйте мехмод как фонарик. Для этого вам потребуется всего один диод и кусочек изоленты. С помощью плоскогубцев загните ножки, как показано на видео, и придайте им округлые формы. Слепите из изоленты пластинку и обрежьте углы. Затем проделайте отверстие посередине. Наденьте изоленту на одну из ножек диода так, чтобы ножки не соприкасались. Закиньте эту конструкцию в мехмод так, чтобы диод попал в коннектор. А далее опустите аккумулятор и закрутите кнопку. Теперь при нажатии на кнопку диод будет ярко гореть, и вам не придется наступать на мелкие предметы в темноте. У всех бывали случаи, когда приходилось возвращаться домой после вейп-выставки ночью. Чтобы не рисковать своим здоровьем, предлагаю сделать из двух модов и отрезка веревки нунчаки, на всякий случай. Для этого протяните концы веревки через 510-й коннектор каждого мода и завяжите несколько узлов. Для большей надежности можно привязать на концах дриптипы или гайки. Теперь, возвращаясь домой ночью, можно не бояться, что на вас нападут гопники и заставят курить сигареты. Мы противники чрезмерного употребления алкоголя. На, серьезно, уже не верил. Но если уж пришлось, идем all-in. И часто возникает ситуация, когда рюмок для шотов не хватает. В этом деле нам, как всегда, поможет наш старенький мехмод. Заклейте мелкие отверстия для вывода газа изолентой или вейп-бендами и накрутите на него атомайзер. Помните, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к необходимости использования нунчак из предыдущего лайфхака. А чтобы к вам почаще приходили гости, сделайте уютную вешалку из вашего меха. Открутите кнопку, наметьте расположение будущей вешалки и вкрутите саморез через отверстие коннектора. Конструкция простая и незатейлива, но с этим очень полезна и добавит уюта вашей норе. А это были 5 лайфхаков, которые упростят вашу жизнь. Если это видео наберет 555 лайков, мы снимем еще один выпуск с лайфхаками. Но это не точно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какой лайфхак вам пригодился.